Всем привет! Сегодня мы вместе с вами посмотрим, как меняется количество людей на пляже Коньялты в течение дня. Посетим мы его сегодня 3 раза – утром, после обеда и вечером. Сейчас примерно 9:30 утра, и как можно наблюдать, у лифта людей еще немного. Пойдемте посмотрим, что там внизу. У лифта на подъем людей тоже не очень много, ну а мы с вами двигаемся дальше. Хоть сейчас всего 9:30 утра, но парк уже не выглядит пустым. В нем уже собирается довольно большое количество людей. Ну а мы с вами постепенно проходим в сторону пляжа. На пляже даже с самого утра уже довольно много людей. Как мы можем видеть, у всего берега, у моря, полностью он закрыт людьми. Кто-то из них загорает, а кто-то купается. Ну а мы с вами сейчас продвинемся дальше в сторону кафе и посмотрим, много ли посетителей утром в кафешках. Как мы можем видеть, в кафешках еще пока что нет людей. Связано это с тем, что они еще только готовятся к открытию. Ну а мы с вами посетим все те же места, но уже после полудня. Для вас прошло мгновение, а для нас несколько часов, и мы пришли к лифту уже после полудня. Температура воздуха прогрелась до плюс 30 и выше градусов. И как мы можем наблюдать, у лифта скопилось довольно большое количество людей, и с первого раза на лифте уехать не удастся. Но ничего, мы подождем и спустимся и посмотрим уже там.
Подъемом дела обстоят на порядок проще. Очереди практически нет и подняться не составит никакого труда. Значит, с пляжа люди еще не уходят. Ну а мы постепенно и продвигаемся в сторону пляжа. Людей, пришедших на пикник, стало еще больше по сравнению с тем, что было утром. Ну а мы с вами постепенно уже ближе к пляжу. Как и в других местах, мы можем наблюдать, что на пляже народу прибавилось. Сейчас довольно плотно усеяна вся линия около моря. Ну а мы идем к нашей заключительной части, это посмотреть, сколько людей сейчас находится в кафе. Несмотря на обеденное время, в кафе людей довольно немного. Видимо, большая часть людей предпочитает отдых на пляже. Ну что ж, посмотрим, что будет вечером. Ну вот и наступил вечер. Жара, которая была днем, спала, и сейчас на улице находиться довольно комфортно. У лифта, как всегда, довольно большая очередь. И сейчас мы с вами пройдем к лифту и спустимся вниз, чтобы посмотреть, сколько людей внизу. Да, вот это.
Ну вот мы и внизу. Если утром и в обед очередь была к лифту наверх небольшая или ее вообще не было, то сейчас очередь просто огромная. Но сейчас мы пройдем дальше в парк и посмотрим, сколько людей там. К вечеру людей в парке прибавилось, как и прибавилось машин. Прибавилось их до такой степени, что люди не смогли поставить машины на парковках, а ставят их уже прямо в парке. Ну а мы с вами пройдем к пляжу и посмотрим, сколько же людей там. Ну и как мы можем видеть, на пляже людей разительно прибавилось. Если в обед и утром люди были только вдоль самой воды, то сейчас они занимают практически весь пляж. Они уже не загорают, а скорее просто наслаждаются видами, закатом, морем и водой. Ну а мы с вами сейчас пройдем в сторону кафе и посмотрим, сколько людей там. Кафешка к вечеру людей тоже прибавилась, и в целом здесь стало более людно.
Вот такой обзорчик у нас получился. Мы специально проходили по одним и тем же местам, чтобы можно было наглядней увидеть разницу. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, также не забывайте про колокольчик и можете написать свое мнение в комментариях, как, на ваш взгляд, изменялась тенденция по прибавлению людей на пляже и в парке в целом. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!